Всем привет! Сегодня делюсь своим отзывом на мужскую толстовку от Фаберлика. Потихоньку собираются наши костюмчики спортивные с мужем. И вот пришла трикотажная толстовочка серого цвета в дополнение к трикотажным штанам. Размер 50. Цвет серый меланж. 90% хлопка, 10% вискозы. Толстовка с капюшоном. Капюшон с завязками вот с такими. Хороший прочный замок. Рукавчики на манжетах. И внизу тоже резинка. Есть два кармашка на животе. Ткань схожа со штанами. Такая средней плотности, не тонкая, не плотная. Внутри толстовочка выглядит вот так. Сшито все аккуратно. Ниточек нигде не торчит. По цвету вот висят штанишки мужские трикотажные. Цвет один и тот же. И вид сзади. О мужских и женских брюках из этой серии я уже снимала видео. Подсказочку оставлю на экране. Заходите, смотрите мой отзыв. Там много интересного, в том числе и сравнение женских и мужских брюк. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду радовать вас новой информацией по разным новинкам Фаберлика.